4 глава послания к римлянам, она говорит, что и так по вере, 16 стих, что было по милости, обетование было не приложено на всех, не только по закону, но по вере потомков Авраама, который есть отец и к нам, как написано, поставил перед тебя отцом многих народов, перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвым и называющим несуществующее, как существующее. Да, то есть Авраам, отец веры, он называл несуществующее. Да. Многие удивляются, как вы вот так говорите, потому что, ну, согласно... Вот тут, здесь мы принявшие тот же самый дух веры, в Коринфян написано, я веровал, а потому и говорил, имея тот же самый дух веры. Да, и мы веруем. И вера говорим. Это что? Вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Угу. То есть, другими словами, вера материализует вещи, которые уже есть в духовном мире. Угу. А да, что в духовном мире есть? В духовном мире есть наше обеспечение, в духовном мире есть наше исцеление, в духовном мире есть наша победа, есть наша свобода. И мы, когда мы называем, мы просто вызываем из духовного мира материальность. Да, да, аминь, да. Вот почему мы всегда проповедуем, и мы всегда говорим, что одно дело, пойми, если ты будешь каждый раз надеяться на нас из студии или на кого-то проповедника, тебе нужно за ним ходить, тебе нужно его смотреть. Но когда ты научишься, как Библия говорит, называя несуществующее, потому что многие люди, они говорят, а я говорю как есть. Но называя существующее как существующее, ты ничего не изменишь. Да. Если ты хочешь изменить, мы должны стать как Авраам. Называя несуществующим. Mm-hmm. Например, когда Бог хотел что-то делать, написано 1.3, Бытие 1.3, он была тьма. Да. Он всегда, я люблю это говорить, он не пришел и сказал, какая тьмища. Почему? Потому что была тьма. Он не назвал, какая тьмища, как темно. Но что он сказал? Он сказал, да будет свет. Да. Или другими словами, свет будь. Аминь. Он провозгласил свет. И 2 Коринфян 4.6 говорит, он повелел из тьмы воссиять свету. И вот слово повелел, а мне нравится это слово, это калё. Угу. О, что такое калё? Калё это вызвать, это такое греческое слово вызвать, это вызывать. То есть Бог вызвал из тьмы, то есть мы должны понять, что есть духовный мир, и наш голос, калё это повеление из духовного мира мы призываем, и эта вещь приходит. Да. Другой перевод говорит, знаешь что, это как вы написать повестку. Например, меня однажды там по церковным делам прокурор выписал повестку, а я не ходил ходить, потому что они не были правы. Угу. Я не хотел ходить, они мне приносили, я говорю, я не буду подписывать. И они бегали за мной, они приглашали. В конце концов, один раз у нас было... собрание, они прямо пришли, два парня таких здоровых, и они говорят, ты должен, я говорю, не пойду, они говорят, мы должны тебя доставить, и они говорят, прямо сейчас, и знаешь, я позвонил адвокату, адвокат говорит, да, они имеют право, и они встали, они не взяли меня за руки, они встали, и я с этими парнями должен был, мне не нравился прокурор, мне не нравилось его послание, но я должен... По законам Российской Федерации они меня доставили, и я должен был слушать этого прокурора. И знаешь, и вот это слово, пойми, когда мы говорим, мы просто выписываем повестку вещам. Да. Когда ты говоришь о доме, если ты веришь, говоришь, дом, приди, ты выписываешь повестку этому дому. Угу. Понимаешь? И Библия говорит об ангелах, о всем остальном. И вот ангелы, и даже твое слово, оно то, которое должно доставить. Угу. Это когда я был маленький, у меня мама, я во дворе бегал, сейчас больше в компьютере, но мы бегали, и мама говорит, Руслан, домой. Я знал, что у меня 20 минут есть, я очень медленно шел. Но когда мой папа выходил, он говорил, Руслан, я должен был делать вид, я бежал. Когда он видел, но потом, когда я заходил в коридор, я уже медленно шел. Но это был мой такой бунт. Но все равно, я знал, что у меня времени гораздо меньше, должен был явиться перед папой. Почему? Потому что мой папа, он имел власть. И если я его не слушал, он умел это исправить. Мы должны понимать. Аллилуйя. Калю, я просто говорю вам всем, что... Ой, помазание? Да, слава Богу. Двигается. Мы должны научиться, слушай, на вот это Рождество, говори калю, то, что тебе нужно. Потому что другой раз, вера, пойми,
мы помогаем тебе. Другой раз ты живешь верой проповедников, и ты получаешь что-то. Но дальше, чтобы в твоей жизни двигаться, нужно научиться выписывать повестку. Да. Чему? Если нужны деньги, выпишем повестку. Скажи, деньги приходят ко мне во имя Иисуса. Да. Имя, тебе нужна машина, тебе нужна запчасть, тебе нужно что-то на ремонт. Во имя Иисуса, ты на Рождество выпиши, скажи Калео. То есть во имя Иисуса, пусть это придет. Имя, потому что Иисус сказал, скажи горе. Да. Мы не просим у Бога. Понимаешь, есть такая, есть спасательная вера, когда мы просим, о Господи, весь Израиль, они просили, когда видели Голиафа, они во имя Иисуса, Господь, спаси нас. И они убегали, это была спасающая благодать. Но когда пришел Давид, это было что-то, он был в духе веры. Он сказал, что я сегодня отрублю тебе голову, Голиаф. И не только тебе, но всему войску филистимскому. Что это было? Это был дух веры. Пойми, вот сейчас этот дух веры, он приходит также на тебя, и ты можешь встать. Аминь. Пожалуйста, скажи, аллилуйя. Пойми, ты точно так... По востребованию можешь получить свою часть тела, ты можешь получить свое здоровье, ты можешь получить исцеление, ты можешь получить просто провозгласив. Аллилуйя. Поэтому я просто хочу вместе с тобой. Давай мы просто провозгласим Калио. То есть я согласен вместе с тобой. Ты скажешь, что если есть гора или если Голиаф, ты скажешь во имя Иисуса. Есть поток, который идет против дьявола, и есть поток, который связывает твои веры, связывает тебя с этой. Этой частью, это то, что Иисус сказал сотнику, и во всем Израиле я не нашел веры, он сказал, скажи только слово, аллилуйя, поэтому скажи только слово, скажи слово тому, что тебе нужно, там есть только нужд, пожалуйста, возьми и вместе со мной, вместе с нами тут в студии, мы согласны, говори слово, аллилуйя, говори слово тем вещам, которые тебе нужны, говори слово, аллилуйя, скажи, здоровье приходит. Скажи вместе со мной, исцеление приходит ко мне во имя Иисуса. Аминь, аллилуйя. Освобождение приходит во имя Иисуса. И прямо сейчас я атакую дьявола, я приказываю, дьявол, остави их. Во имя Иисуса, оставь их вещи, забери свои грязные руки во имя Иисуса. Аллилуйя. От их благословений, от денег, от финансов. Аминь. Аллилуйя. И также теперь проси, не проси, а провозглашай, что тебе нужно. Если тебе нужны деньги, скажи, деньги приходят ко мне во имя Иисуса. Если тебе нужны деньги на Рождество, поехать навестить родителей, на подарки, скажи, деньги приходят во имя Иисуса. На подарки! Аминь! Аллилуйя! Выпиши повестки! Аллилуйя! Выпиши повестки им, чтобы... Аминь! А ангелы и все остальное, они есть для того, чтобы доставлять для тебя. Аминь! Да, поэтому Рождество это что-то, когда мы получаем. Аминь! Мы провозглашаем, и мы можем получать. Аминь! Я просто чувствую, я не знаю, что мне нравится это слово, я чувствую огонь Божий. Аминь! Аллилуйя! Отец во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы соглашаемся с ними. Да, и во имя Иисуса пусть придет к ним. Аллилуйя! Все, что они хотят. Во имя Иисуса. Аминь. В Твоей славе, Господи, я знаю, что в Твоей славе там всего достаточно, что Ты умер за каждую вещь здесь на этой земле. Аминь. Чтобы слава мы могли Богу. Преуспевать, чтобы мы могли здравствовать и быть успешными во всем. Аллилуйя! Слава и Богу! И нам нравится служить такому Богу, который любит нас. Аминь. Который благословляет и который, знаешь, вдохновляется. Да. Он говорит, дерзай, чадо. Аллилуйя! Аминь. Прощаются твои грехи и также да будет тебе по твоему слову. Да. Аллилуйя. И пусть твое слово будет в огне. По вере твоей да будет тебе. Да. Аминь. Аминь. Слава Богу. И только знаете, что Ольга написала нам прямо во время эфира, во время молитвы, температура, которая держалась 3 дня у сына, спала и стала нормальной. Аминь. Он исцелен. Аминь. Слава Богу. Буквально 30 секунд. Говори, что ты хотел сказать. Я хотел сказать, что чем громче ты будешь звать, тем быстрее это придет. Да! Слава Богу! Тем увереннее, потому что ты приказываешь, надо тебе говорить, ну пожалуйста, просто провозглашай, говори, и чем громче и увереннее, тем быстрее это к тебе придет. Аминь. И знаете, аминь. Нас всегда слава вдохновляет. Господу. Нет, мне кажется, больше радости для пастора и проповедника, когда люди пишут то, что вот когда Руслан Николаевич там говорил, там пальцем показывал, мы получили исцеление там, или я почувствовал силу. И когда мы видим эти свидетельства, это поднимает наш дух, это поднимает радость такую, поэтому больше пишите, больше звоните, рассказывайте, потому что это великая благодать для нас. Отец, во имя Иисуса, мы просто провозглашаем. Аминь. Пожалуйста, чудесный, милый, сладкий Аллилуйя. Дух Святой, прямо сейчас. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Сойди на них, Господь. Да. Затрони их. Пусть это течет. Твоя благодать. Пусть твоя слава. Аллилуйя. Она придет и наполнит каждого из них.
чтобы их вера выросла. Аминь. Аллилуйя. Чтобы они могли говорить калю. Аминь. На всего того, что им не достает. Во имя Иисуса. Сверхъестественным способом. Аллилуйя. Пусть сила Божья, сила Духа Святого, она движется сейчас. Аллилуйя. Наполни их, Господь. Восстанови. Во имя Иисуса. Проявлено. Придет в каждый дом во имя Иисуса. Аминь. Бог благословлен. Аминь. Будь наполнен силой Божьей и Духа Святого. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Аминь. Аминь. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Прямо сейчас.